Слушай, я знаю, что ты выиграл приз Рокфорта, но я уже бывал в таких приключениях, так что я сам все улажу. Расслабься, не забывай, кто спонсирует поездку. Королева Изабелла не таскалась за Коломбом. Хорошо, Изабелла, давай улаживай, увидим. Убери ящера, убери ящера! Такой большой, боишься ящерицы? Я ничего не боюсь, я люблю ящериц на ремнях и сапогах. Простите. Здрасте. Как дела? Мы американцы. А вы здешний гид? Шон. Не надо, я сам. Нужно взять нас на лодка. На воде. Хотите заказать лодку? Официальный язык Палау – это наш. Спасибо. Нам нужно добраться до острова, который находится здесь. Ничего не выйдет. Но почему? Потому что там нет острова. Зато полно ураганов. Это кладбище кораблей. Мы хорошо заплатим $1000. Только дурак променяет жизнь на деньги. Простите, простите. Сегодня ваш счастливый день. Я Габата Лагуатан. Лучший капитан в Палау. Кажется, вам нужен транспорт? Да, здорово. Нам нужно попасть сюда. Платим $1000. Приятель, расплюнуть. Идем. Круто. Я помогу. За мной. Да, это будет очень круто. Вы точно не пожалеете. Я тысячи людей возил в этих краях и возвращался с ними почти каждый раз. Какой красавец. Спасибо. Что это за фигня? Это лучший вертолет в Палау. Не хотел бы я увидеть худший. Это противоугонная система. Я бы лучше сел на Титаник. Кайлани, тут к нам клиенты пришли. Вы обязаны познакомиться с моей дочерью. Она красавица, вылитая я. Этот вертолет нам не подходит. Идем. Не спеши, Ханг. Ты знаешь, я его рассмотрел. Этот вертолет чертовски восхитителен. Эта дочь похожа на вас? Смотрите, те же ноздри. Кто эти люди? Я вообще-то научный исследователь. Привет. А это... Хэнк. Да, нам нужно на остров. Вот его координаты. На этом вертолете вряд ли. Это самая убийственная часть океана. Тайм-аут, солнышко, иди сюда, послушай. Они готовы дать нам $1000, ясно? Я смогу заплатить за твой колледж. Давайте 2000. Ну уж нет, мы договорились. Тогда 3000. Вас все равно туда никто не повезет. Пожалуйста. Можно карточкой?